Теракт в Петербурге сплотил всю страну. Массовые акции памяти и митинги в знак солидарности с семьями пострадавших проходят сейчас по всей стране. В Москве акция «Питер, мы с тобой» собрала более 50 тысяч человек. Прошли собрания и во Владивостоке, Кемерово, Уфе, Астрахани. Сегодня присоединилась и Челябинская область. Акция прошла в Карталах. Погибли 11 человек, еще не понятно, кто скончались в больнице. Почти 50 человек.